Площадь Ленина открылась после реконструкции 4 августа 2018. Работ не хватило даже на год. Мы видим, что многие камни уже вылетели из мостовой. Пострадала от времени и тротуарная плитка. Сейчас уже карта старой Рязани не выглядит как раньше. К тому же, что за рисунок здесь выложен, мало кто может понять. Таблички с улицами и памятными местами на ней так и не появились. Осталось без изменений и парковка. Ее сделали платной, но выезд по-прежнему только в одну сторону. А из-за разметки часть мест пустует и просто непригодны для того, чтобы оставить здесь машину. В декабре 2018 года после многочисленных жалоб в СМИ работами по реконструкции заинтересовалась прокуратура Советского района Рязани. В ходе проведения проверки проводилось обследование площади Ленина и установлены факты невыполнения перечня работ, предусмотренных муниципальным контрактом. Перечень работ, который фактически не выполнен, был принят заказчиком и оплачен в полном объеме. По результатам проведенной проверки прокуратуры района направлен материал в следственный орган. После реконструкции площадь Ленина стала практически главным местом проведения разных мероприятий. Краевед Игорь Канаев считает, что большинство праздников, таких как Новый год, День России и День выпускников, проводить на площади как минимум нелогично. Например, отмечать Новый год начали только после 1932 года. Он считается праздником сталинской эпохи. К Ленину, памятник которому установлен здесь, это не имеет никакого отношения. Краевед предлагает перенести памятник Ильичу микрорайон Приокский, где много улиц с советскими названиями, а площади вернуть историческое название «Хлебная». При переносе статуи на улицу Октябрьскую уместнее будет и название для этой площади в форме прилагательного. Какая? Ленинская, да? Ульяновская по настоящей фамилии Владимира Ильича, а не по партийным кличкам, которые у него было на штук 50. Там Тулин, Волгин, Ленин, Ильин и так далее, да? То есть можно выбрать, да, из трех вариантов название в правильной форме. И тогда все встанет на свои места. Хлебная площадь обретет свое настоящее имя, да, средневековое, даже, можно сказать, со времен Сполья. На ней, возможно, будут все праздники. И тем не менее, несмотря на критику, большинство рязанцев все же считают, что после реконструкции площадь Ленина преобразилась. Тех, кто недоволен проведенными работами, единицы. Я как бы мама двоих детей, я рассматриваю безопасность, в принципе. Прежде всего. Поэтому я довольна. Ну, на первый взгляд, конечно, наверное, может быть, очень много солнца. И вот эти лавочки, которые позади нас, они, так скажем, ну, наверное, не каждый человек выдержит, так скажем, палящее солнце вот такое. Может быть, побольше зелени. Как стало просторно, удобно. Есть место для прогулок и отдыха. Нужно отметить, что проведенные в 2018 году работы – это первый этап реконструкции площади Ленина. Второй запланирован на этот год. Планируется провести благоустройство скверов у торговых рядов улиц Краснорядской и Кольцова. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».